Поехали в Астанай. Астанай ждет. Что вы делаете? Кукурузу садим. Чисто армянский вариант. Вещей много, но это спальники, они легкие. Все несем. Что у нас? Все забираю. Тоже вношу свою маленькую лепту. Саня. Саня. Дима вот второй. Можешь забирать. Какой у нас план? План? Грузимся. Сейчас вот машины подъедут. Раздаем позывные. Ну, организационные такие. Все, смотрим, сколько останется имущества, чтобы на все машины в номер. Ну, я хочу отметить участников этой уже экспедиции, которые, несмотря на то, что в этот раз, к сожалению, централизованно не была организована выдача обмундирования, они обеспечили себя обмундированием, причем дерзким. И вы отойдите. Девушка, ну, цветовая гамма зачетная. Доброе утро. 15 октября 2021 года. Все готовы. Что ты меня спрашиваешь? Что я на крыло-то сделаю? Ребята, вообще голос. Как настроение? Ну, как у меня настроение? Видишь, мой экипаж вообще не приехал. Че ты? Сейчас это самый раз и пешком пойду туда. Да. Ну что? Будь дорогу. Так что, ну, как бы, вам очень повезло.
Это, говорит, девчонки курят. Я говорю, нет, это не девчонки курят. Или мы горим, или нам... Сам удивляюсь, но работает. Давай, делай. Все прекрасно. Хочешь говорить? Они поедем, здесь будем встречать. Здесь кормят. На посадке будем встречать космонавтов. Будет весело, красиво. Какие у нас планы сейчас? У нас по плану сейчас еще километров 40-45 проехать. Еще и искать место ночлега где-нибудь более-менее. Место поживотеснее. Прекрасный план. Все, разбиваем лагерь, делаем ужин, пьем, танцуем. Шучу. Ночуем. Удочка, браш, встаем и погнали, чистотемся. Speak what you want to me. Come for me, madly. Losing you is all I feel. Come to the boy, I apologize. You know how I feel. You were right. Say what you want me to do. Thinking I'm sorry, I've not been. Сваренный кофе. Умный человек с косичками на большом джипе, который в любой ситуации говорил, да ладно, вот всегда была на позитиве. Мне это так понравилось, Женя. Они не просто, я могу говорить эти слова? Конечно. Они абсолютно везде. Первого мы совершенно случайно сбили на Памире. Он выскочил на дорогу, причем он спустился с ручья, выскочил на дорогу и пытался от нас удрать по серпантину. Первого мы совершенно случайно задавили и, в общем, даже не хотели, но потом поняли, что есть мысль. Обалденное оружие против зайца, мотобот.
ты его выставляешь в сторону, так ха-ха-ха, бум, есть. Все. Вот. Но ха-ха, это степи... ты, Лиза? Как в хоккее, качнул, да, его. Но в степи они почему-то считают, что они самые быстрые. Если ему в прошлом году удалось удрать от волка, который там вяз в снегу глубоком, да, он почему-то думает, что может уйти от мотоциклиста. Нет. Ни одного шанса. Вот. И это, в общем, нормальное питание, которое ты добываешь себе. Так, баба! И как только ты начинаешь... Вот, вокруг степи никого нет. Вот ты добыл этого зайца, ты начинаешь его разделывать, и откуда-то скачет монгол. Ну, это было в 16-м году он скакал, в 19-м они уже все ездят на мотоциклах. Приезжает монгол и проверяет, что ты там делаешь. И он, в принципе, недоволен, это его заяц. Слушай, это самая дружелюбная, обалденная нация. Я первый, мы как сломались недалеко от, ну, мы точнее проходили брод, у нас парень капнул масло, воду в масло. И мы там ремонтировались, а подъехал монгол на лошади, так сел на берегу, он, вот тут мы ремонтируемся, он на нас не смотрит. Он сел и 4 часа, пока мы ремонтировались, смотрел на воду. Я думаю, блин, ну это счастливый человек. Ну вот так потратить 4 часа, смотря на воду, ведь о чем-то он думал там, да, там. И потом мы к нему подошли и стали разговаривать. Ну, фантастически интересный момент. О, а сейчас расскажу клевый анекдот. Короче, из молодежного издания приходят такие и говорят, можно мы сделаем на вот этот самый статью про спектр РГ? А те говорят, хорошо, вот мы вам даем Михаила, он сейчас вам ответит на вопросы, а если нужно, то вы Киран, как бы это самое. Они такие, да не, у нас общие вопросы, мы сейчас спросим. Короче, вот эта вот обсерватория, которая работает в 1,5 миллионах километров от Земли, а вот можно ли пообщаться с космонавтами, которые на ней трудятся? Когда начинали летать в космос, проблема возникла с тем, что компьютеры, которые мы использовали, да, они занимали там комнаты, квадраты, были тяжелые и сложные. Надо уменьшать, надо это... И вот это все произошло того... Кто это? Он умер. Стив Джобс. Почему он без космонавтики вашей уменьшил вот эти все вещи? Как это у нас говорится, что очередной этап экспедиции пройден, и сейчас есть небольшой такой суммирование всего произошедшего за эти, там, за этот день. Мы достигли промежуточной точки, мы практически не вышли за пределы нашего расчетного графика, и опять-таки прекрасная компания. Все профессионалы, кто-то даже в супер специальных костюмах. И поэтому я всех поздравляю с пройденным этапом, потому что мы маханули за сегодня хорошее расстояние, пришли в прекрасную точку. И сейчас имеем право немножко друг друга поздравить с тем, что мы оказались в очередной юбилейной экспедиция, которая празднует 15-летие этого проекта. Ура! Ура! Ура!
что? Как ваша? Ничего. Супер, сейчас будет еще лучше. А если бы не поехал? Понимаешь? Знаешь, как охота сейчас сесть в массажное кресло? Ой, я тебя умоляю. Ты даже такое знаешь? Я не знаю, где такое даже есть. Вообще. Я дома. Иностранного агента. У него была под... У него шапочка была подвернута, мы не видели, но когда мы развернули, мы сразу увидели. Вот оно истинное лицо. Пацаны, я свой. Это как говорит, в ресторане, говорит, официант, а можно мне вот то, что машина должна есть? Вряд ли он отдаст. Да? Мне как понравился джип, но он не отдаст. А это, по-моему, Австралия, да? Да. Сейчас же точно. Саня! Саня, это фан до точки. Ну, хотя бы начало есть. Череть нужно.
схема спуска космического аппарата, она условная, ну, не соблюдена в масштабе, естественно, но здесь можно увидеть как раз цикл тех операций, которые происходят при возвращении космического корабля с орбиты. Вот первое, что необходимо для того, чтобы аппарат вернулся из космоса, он включает тормозной ракетный двигатель, при этом правильно построив ориентацию, ведь он развернулся, космический корабль, включил ракетный двигатель на торможение, уменьшил орбитальную скорость, двигатель отрабатывает в течение 5 минут, после чего двигатель выключается, и корабль сам начинает терять высоту. Кстати, при этом скорость у него начинает постепенно увеличиваться. Это как, так же, как мы на горках катаемся, на лыжах, правильно? Когда спускаемся с горки, также у вас увеличивается скорость, также у космического аппарата. Он затормозил для того, чтобы начать терять высоту. Но когда аппарат при этом начинает спускаться, он скорость набирает. Поэтому при входе в атмосферу у него скорость даже будет больше, чем была там на орбите. Это такая физика полета. Далее, на высоте 140 километров происходит разделение космического корабля на отсеки. Вот как раз в данный момент эта операция сейчас происходит. Там срабатывают пироболты. Вот 10 часов 10 минут местного времени. Вот как раз сейчас действительно происходит на территории Ирана. Это примерно 4-5 тысяч километров от нас. Корабль разделяется на отсеки. Отстреливается бытовой приборно-агрегатный отсек. И ровно через 3 минуты, в 10 часов 13 минут, начнется погружение космического корабля в плотный слой атмосферы. Эта высота примерно составляет 100 километров. В этот момент корабль начинает испытывать трение о воздух и нагревается до температур примерно 2000 градусов. Максимальная температура на поверхности спускаемого аппарата. Бытовой отсек, он делается как приборно-агрегатный отсек из алюминия. Корпус, поэтому металл плавится, полностью разрушается, от него ничего не остается. Спускаемый аппарат благодаря теплозащите выдерживает эти нагрузки. И вот этот участок спуска занимает до раскрытия парашюта 8 минут. То есть в 10 часов 13 минут мы с вами ожидаем вход в атмосферу, ровно через 3 минуты. И в 10 часов 21 минуту мы будем с вами наблюдать раскрытие парашютной системы, которая состоит из тормозного парашюта. Это сначала два вытяжных парашюта работают. Тормозной парашют в течение 16,5 секунд будет виден, который замедляет скорость движения спускового аппарата. И затем тормозной парашют транзитом вытаскивает основной купол площадью 1000 квадратных метров. Это больше 20 метров в диаметре, огромный парашют. Вот. И дальше идет этап парашютирования в течение 15 минут. Мы с вами будем видеть, как работают двигатели системы управления спуском. Будет вырабатываться полностью перекись водорода в баках, чтобы ее не осталось к моменту приземления. Поэтому вы увидите белый пар, такой дымящийся, спускаемый аппарат. Это работают двигатели, вырабатывают, чтобы не осталось перекись водорода. Дальше, через 3 минуты после раскрытия парашюта, мы с вами увидим отделяющий лобовой теплозащитный экран. Он весит примерно 300 килограмм. Это лишняя масса, которая не нужна спускаемому аппарату. Он сбрасывается, он аккумулировал на себя тепло 2000 градусов, поэтому, чтобы тоже аппарат не перегревался, он сбрасывается. И основная задача, зачем он сбрасывается, это открыть доступ к двигателю мягкой посадки. Потому что, когда вы увидите аппарат приземлиться, вы увидите металлическую поверхность снизу. Она была закрыта теплозащитным экраном. Вот, и там же установлены двигатели мягкой посадки. Напомню, что двигатели мягкой посадки включаются буквально на расстоянии 1 метр от земли, если быть точно 85 сантиметров, и будет взрыв, который обеспечит мягкое касание. Но все равно это жесткий удар. После чего аппарат либо может остаться стоять вертикально, как колокол, либо парашютом его может немножко наклонить, и он упадет на бок. Это два расчетных варианта. Космонавты обычно любят, когда он остается вертикально, им там поудобнее, покомфортнее сидеть, потому что на бок, когда он упадет, они могут там оказаться и вниз головой, и в любом другом положении. Но спасателям, конечно, проще, если он на бок упадет, им проще будет доставать. Не нужно будет ставить лестницу вертикальную. Вот. Но сегодня ветер не сильный, может быть, он останется как раз вертикальный. По мерам безопасности, опять-таки, спускаемому аппарату, как я уже говорил, не подходим со стороны днища, где находятся вот эти двигатели мягкой посадки и гамма-лучевой высотомер. Площадка перед спускаемым аппаратом будет огорожена ленточкой. За эту ленточку тоже заходить нельзя. Но это метров 5. В этой ленточке будут находиться
космонавты. Поэтому все их увидят, все сфотографируют, все будет замечательно. Не бегать, не суетиться, наслаждаться и получать удовольствие. Так, приготовиться к посадке, не разговаривать.
сегодня увидели, это, конечно, потрясает, как и каждая посадка, но это особенное, потому что мы сегодня увидели весь цикл приземления, от раскрытия парашютов, этап парашютирования, приземления спускаемого аппарата, работа двигателя мягкой посадки. Мы наблюдали, как подходила к точке посадки поисково-спасательная группа, включая 9 вертолетов, поисково-авиационные машины. Вот. Это отличительная посадка тем, что в составе экипажа были не только профессиональные космонавты. В качестве командира был Олег Новицкий, но было также два участника космического полета, как мы их называем, космонавтики. Это актриса Юлия Пересильд и режиссер-оператор Клим Шипенко. Они пробыли в космосе 12 суток и успешно завершили сегодня свою миссию по части съемки фильма «На орбите». Мы также наблюдали, как был разбит медико-биологический госпиталь переносной. Это надувная оранжевая палатка, куда затем перенесли космонавтов, помогли снять скафандры, провели необходимые процедуры. И, соответственно, сейчас экипаж уже готовится к вылету в Караганду. Здесь находятся 3 вертолета с космонавтами. Затем из Караганды уже на борту самолета они отправятся в звездный городок, на аэродром Чкаловский, где будут проходить в профилактории послеполетный карантин, который будет длиться примерно 2 недели. Так что я хочу всех поблагодарить участников и создателей этого уникального проекта, найти упавшую звезду. Мы действительно можем прикоснуться к космосу и увидеть это своими глазами. Это прекрасно. Мечтай о космосе и обо всем хорошем. Хорошо учись и береги папу. Спасибо. Ура. Семье привет. Пока. ПМщики, значит, это на 33-й борт. Голову. Я слышите, нет? Да. Добро пожаловать на борт. Как у вас ощущение, когда все улеглось? Как себя чувствуете? Хорошее. Пока не все будет. Есть ощущение, что это лучшая роль в вашей жизни, самое главное? Это мы еще посмотрим. На старт.
Поздравляю. Обалденно, спасибо. И за погоду, спасибо. Это я. Давай, слушай. Там не важно, что это. Пластик. Просто вот достаточно кусочка краски, кинетическая энергия гигантская, и она просто это само прошьет насквозь станцию. И тогда все бегом бегут и занимают свои корабли и спускаются. Поэтому профессия космонавта сложная и опасная. Всегда есть в ЦУПе баллистики, но там на случай автоматического покидания достаточно просто отделиться от станции. А потом-то у них уже время есть в корабле, можно скорректировать, можно нормально посадить. Там, если что-то вот совсем случилось, главное отойти от станции, ну, как бы, ты уже будешь в безопасности. Что случилось? О, загорелись. Ты видишь, у меня как руки даже. Вижу. Сынок вытаскивает траву из-под машины. Это она все. Он весь в пепле, потому что тушил.